Человек, который не может себе позволить выйти на улицу просто в любой момент, это счастливый человек? Нет. Тот человек, которому надо выходить на улицу, он не может выйти на улицу. Это несчастливый человек. Просто, подожди. А если просто вот он, ну, он не хочет, но реально у человека... Человек, который не может себе позволить выйти на улицу просто в любой момент, это счастливый человек? Нет. Тот человек, которому надо выходить на улицу, он не может выйти на улицу. Это несчастливый человек. Просто, подожди. А если просто вот он, ну, он не хочет, но реально у человека, он говорит, ребята, за последние там 20 или там сколько, 25 лет, это человек, который реально ворочает миром. Из России. А человек, который может... А человек, который ворочает миром, счастливый человек? Он независимый. Когда Путин шел к своей должности, у него была конкретная цель, я так думаю, да. Либо как можно выше подняться, либо конкретно стать президентом. Человек своей цели добился, ему 70 лет. Он зависимый человек. Конечно, зависимый. Больше, чем мы все взяты. Конечно. У него ответственность такая вся. А когда зависимый человек, он счастливый разве человек? В принципе, нет. Может быть в кайф. Он не может себе позволить в любую минуту выйти на улицу, любую минуту прийти, блядь, куда он хочет, он не может себе позволить. Понимаешь, у него охрана, служба безопасности, блядь, пробьет там все, тебя все должно перерывать, он не может в эту минуту выйти и сказать, блядь, я хочу в аэропорт, зайди как-то. Тут видишь, у всех людей... У всех людей по-разному. У него может другое счастье, у него совсем другое. А какое у него счастье? Вот ты говоришь, он не может в ларек сходить за доминировать. Он щелкает пальцем и пьет. Хорошо, давай я тебе другое задам. Век Путина доллар? То есть когда-то он закончится? Конечно. Это он закончится, а не мы даже. Подожди, как он? А мне он нравится. Все закончится когда? После того, когда закончится вот это у него все. Ему вот это все вспомнить, если будет продуман, про это все провериться, как вот было разоблачение культа Сталина, было? Ну ему проще будет все равно. Как это все равно? А если при нем, при живом это все будет? При живом что? Он все равно найдет какие-то способы, чтобы уйти от этого. Ему придется искать способы, чтобы уйти от этого? Да, придется. Ну, он найдет. Он будет счастлив в тот момент, когда ему придется решать эту проблему. Я думаю, что нет. Музыка играла, недолго правильно танцевал и так все. Так, ребята, гостиница в квартирах Красноярский, Байкал, обращайтесь, посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Квартиру можно у вас снять? Да, конечно. Любую квартиру, от простых до элитных. Так что обращайтесь. Причем проверенное агентство. Ссылка на сайт в описании к ролику будет внизу. Будете в Красноярске, обращайтесь.
А на что клюет-то здесь? На магнитик. На магнитик? Даже бормаш не надо, да? Зачем вы так делаете? А? Насос. Насосом? А я думаю, естественно. Нет? Нет. Ну-ка сделайте еще раз. А то... Это уже не очень охота. Ну а почему нет? Из вредности. То... Из вредности? Вредная вы. Еще. Сколько здесь выстрелов? 20. Что там получается? Нижние. 7-6. 100 лет не играл. Попробую. Раньше 18-19 убивал. 100 лет не стрелял. Ладно, что, попробуем.
снять эту шляпу. Слабак. Слабак. Раньше две пульки не убивал, сейчас 7. Это что за штука такая? Это крестокачалка. Да. Хотите попробовать? Механическая? Не. Механическая? Электрика. Очень прикольная. Раз, да? И качаешься. Вот так вот можно. А управление с помощью джойстика, да? Да, джойстик один. Прикольно. Выходной день проводим с пользой, отдыхаем. Выходите на улицу, на улице тепло. Хватит сидеть за компом. Что там? Погода, я говорю, хватит сидеть за компом. Погода, так и шепчет. Ну и по старой схеме анекдот от Артема. Короче, мужик вызвал, ну, окна хотел поменять на балконе, установщика окна. Ну и все, звонок в дверь там, по домофону, здравствуйте, кто? Установка окон. Ну хорошо, проходите, на 4-й этаж поднимайтесь. Мужик проходит, ну вот у нас на балкон, здесь все, ушел. А мужик там, тот на балконе занимается делами, минут через 20 опять домофон. Кто это? Да это установка окон. Да у нас уже есть ваш сотрудник. Да это я опять, я, блядь, выпал. Все понятно. Блять, ты давай-ка начинай уже, блядь, по старой схеме. Когда ты был молодой, блядь, были анекдоты помоложе, блядь. Давай старые анекдоты. Ты с бородой, анекдоты с бородой. Старые анекдоты, давай уже, все, прекращай, блядь. Все, кто тебя знает, блядь, скажут, Дунай, ёпта мать, не в своем репертуаре. Ну что, он не такой, как уже как был. А, все уже? Женщины загубили. Уже раз, уже пять раз не можешь? Да? Да. Уже не может? Уже теперь... Не может. Уже, уже теперь три, то меня защитил. Уже теперь три, да? Все. Ладно. Все, ладно. Завязывай. Ничего не ладно. Завязывай. Вот когда будешь старым, завяжешь на узелок. Так, ну вот и выходной подходит к концу. Подходит к концу-то? Не, ну... День только. У меня подходит к концу, в смысле день. Ну, в смысле со съемкой подходит к концу. Поэтому всем до свидания, всем счастливо.